Где трупы? Я считаю, Джимми Доннелли стал тем, кем он стал, благодаря двум событиям. Первое. Знаете, что такое передвижной лунопарк? Его привозили к нам в квартал каждое лето. Это было вроде благотворительной вечеринки. Джимми добывал денег, чтобы мы все могли туда попасть. Братья Доннелли всегда были вместе. Кевин, Томми, Джимми и малыш Шон. Ну и Дженни Райли с ними как пришитая. Томми уже тогда с ума по ней сходил. Стоп. Я ошибся годом. Это было в тот год, когда я получил свое прозвище Джои Пломбир. Потому что когда на меня давят, я становлюсь как лед. Дайте мне мороженого! Тут почти не осталось. Да там 5 галлонов! Эй! Нечестно! Это мой пломбир! Это я его спер! Отдайте! Стойте! Никто не слышал, как она подъехала. Ногу ему буквально раздробило. И с тех пор нога почти не росла. А водителя так и не нашли. Но...